Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарит, и добро пожаловать в игрушку PacMac. Игрушка есть ВКонтакте, но она простенькая. Давайте все-таки посмотрим, как в нее играть. Инструкции: используй стрелочки, чтобы управлять Пакманом и поедать крошки и какие-то таблетки на карте. Если ты съешь красную таблетку, то ты сможешь также есть призрака, но ты этого... Но до этого ты должен убегать от них, чтобы они тебя сами не съели. Так, ну давайте. Игрушка, я помню, раньше была на Денди. Так, отлично. Тут всякие разные уровни будут. А посередине, справа, я так понимаю, оттуда будут выползать призраки. Ладно, попробуем. У меня все-таки навык еще сохранился. Навык, он никуда не деется. Он быстро восстанавливается. Раньше я играл в игрушку Pac-Man. Я помню, у меня был Денди. Да... Было и воспоминания, очень затягивала игра. Хотелось пройти как можно дальше. Но когда погибаешь, когда тратится вся жизнь, как-то немножко огорчаешься. Так, отлично, уровень пройден. О, второй уровень, намного сложнее. Не забывайте, ребятки, про пальцы вверх, они мне очень сильно помогают. Если будет много пальцев вверх, то я обычно снимаю продолжение серии. Так, ну тут... Ой-ой-ой, вот это хреново, конечно. Ладно, бывает. А, у меня еще есть две жизни, это хорошо. Блин, красный пошел. Вот когда их двое, они смогут тебя зажимать. Надо все грамотно рассчитать. Теперь он будет убегать от меня. Так, одного съели. У нас есть время. Время, чтобы собрать все кнопочки. Да что ты будешь делать? Так, отлично. А, так, значит, мне надо будет назад вернуться. Это такой лабиринт. Какое-то время он будет ждать. Блин, он вылез. А, но он все-таки боится меня. Это хорошо. Он даже выходить не хочет в свое здание. Блин. Вот это... Я не ожидал такого расклада. Так, ладно, тут осталось немножечко. Их надо как-то выманить отсюда. Так, отлично, идут за мной. Идите, хорошо. Самое главное, чтобы зеленый пошел. Все. Пока он опомнился, мы быстренько соберем остальные крошки. Фуф, у меня еще одна жизнь осталась. Так, что тут будем делать? Короче, долго нам церемониться нельзя. Их уже трое. Это серьезно. У меня есть две кнопки, это хорошо. Вообще неожиданно. Вот это... Вот зря я так сделал, ребятки. Это действительно пипец какой-то. Блин. Так, ладно, давайте последний раз сыграем. А тут, я так понял, уровни случайным образом генерируются. Потому что такого уровня я не помню. Ух ты, как тут опасно. Тут прям на базе. А я через базу не могу пройти. Понятно, я просто там застреваю. Так, ну ладно. Я помню, в Денди там еще какие-то бонусы давали. Так, сейчас мы все крошки соберем. Последние три жизни и на этом закончим. Посмотрим, докуда я смогу дойти. Можете сами поиграть. Игрушка ВКонтакте. Pac-Man называется. Я просто как-то... Я пытался вниз нажать, он у меня просто не поехал туда. Печальная беда. Я думаю, что такие кнопки не стоит жалеть. Так, сразу пройдем сложный... Сложное испытание. Берем кнопку. Без кнопок... Мы явно не выживем. Вот пока есть кнопка, надо... Тут главное не мешкать, ребятки. Немножко замешкайте, и все. И считай, пропало. Так, пускай они поближе подойдут ко мне. Совсем близко, еще немножко. Так, думаю, пора. Так, съедаем их, пока они до базы идут. Мы постараемся быстренько тут все собрать. Они еще долго будут идти. Неплохой план был.
Так, отлично. Вау, нифига себе. Тут сложно. Так, сразу берем одну кнопку. Вторую, блин, надо вторую приберечь немножко. Так, отлично, выпуск. Вторую кнопку берем. Надо будет кого-нибудь съесть. Да и фиг с тобой. Может быть, я успею собрать? А, нет, убегаем. Пока есть возможность. Самое главное, чтобы назад не пошел. Так, осталось-то немножечко. Придется обойти. Пускай идут за мной. Мы такой круг сделаем. Они ищут наименьшую дистанцию, как до меня добраться. Я это понял, и поэтому нам будет проще. 6300. Также пишите в комментариях, какой ваш рекорд, сколько вы набили. Будет интересно посмотреть, почитать. Блин, где кнопка? Вот это совсем нехорошо. Тем более их трое. У них есть хороший шанс меня зажать. Да, их четверо тут. Ну тут без вариантов, ребят. Тут без вариантов, реально. Так, самое главное, нам быстрее выйти отсюда. Если я не успею выбраться, то все потеряно. Так, берем кнопку и не теряем ни минуты, ни секунды. Блин, придется вот эту кнопку взять. Да-да-да, отлично. Так, они должны были пройти. По-хорошему бы их сейчас съесть надо было. Я думаю, я успею. Отлично, 8280. Неплохо. Так, немножко обогнем. У меня будет немножко времени. Давайте сделаем такой кругаль. Потом будет совсем сложно. Блин, вот замешкаешься и все. Считай, проиграл. Там есть одна крошка, но мы к ней потом вернемся. Самое главное, чтобы они за мной сейчас пошли. Отлично. Ах, ты немножко не успел. А, все, значит, игра закончена. Начинаем заново, генерируется уровень. Но самое главное, что один призрак, потом два, потом три, потом четыре. Ну, а потом просто жизнь начнется. Ладно, ребятки, я просто хотел вам игрушку показать, что есть такая игра ВКонтакте. Если хотите, можете сыграть. С вами был Дарит, ребятки. Всем до скорого. Пока-пока.